Читаем добротолюбие. Может быть, скажет кто, важное ли дело помыслы? На это скажу вам, и очень важное, и вот доказательство из Писания. Иов приносил жертвы за детей своих, говоря: «Может быть, в сердцах своих они подумали о чем-либо худом?» Если бы не подлежали ответственности помыслы, то для чего бы приносить ему единого тельца за грехопадение помыслами? Осуждены и зломысленные в сонме Кореевом, и по елику имели худые помыслы, то были пожжены. И Господь Спаситель соизволение на прелюбодеяние назвал прелюбодеянием, и вожделение жены самым делом, и гнев убийством, и ненависть ценит заодно с человекоубийством. Свидетельствует об ответственности нашей за помыслы и блаженный Павел, когда говорит, что Господь на суде откроет советы сердечные и в явь приведет тайные тьмы. Итак, не говорите, что помыслы ничего не значат, когда соизволение на оное признается за самое дело. Преподобный Ефрем Сирин.